Всем привет, меня зовут Алина, и я очень рада, что вы заглянули на мой творческий канал. В этом видео я покажу, как можно сделать простые маленькие цветочки из фоамирана всего за пару минут. А еще такими маленькими цветами можно украсить заколку или резинку. Итак, давайте приступим. Мне понадобится два отрезка фоамирана размером 5 на 5 сантиметров. А также можно вырезать из бумаги обычный шаблон цветка. Прикладываю бумажный шаблон к фоамирану и вырезаю. Можно предварительно обвести зубочисткой или шпажкой, чтобы наметить контуры, но мне удобнее вырезать так. Цветок я вырезала, но остались неровные края, и их нужно обязательно закруглить. Далее каждый лепесток я прорезаю к центру максимально, но не старайтесь полностью вырезать серединку, просто должно получиться совсем небольшое расстояние, где нет надрезов. Думаю, на видео это подробно показано, и старайтесь делать разрез неровным, а немного закруглять. Далее ненужный фоамиран, который остался в разрезах, нужно также убрать. Далее края я захотела сделать немного волнистыми, и поэтому совсем немного надрезаю фоамиран. И в начале видео я говорила о двух заготовках фоамирана, со второй нужно проделать то же самое. Далее включаем утюг и прикладываем фоамиран к разогретой поверхности. Он должен немного уменьшиться, и лепестки приобретут объемную форму. Со второй заготовкой я проделываю то же самое. Получаются два таких маленьких бутончика, их можно использовать по отдельности или склеить вместе. Я их решила склеить вместе, так как это будет смотреться намного интереснее, будет больше лепестков. Наношу клей секунда на первую заготовку в центре и приклеиваю вторую. И получается, что за пару минут у нас готовы красивые цветы. Давайте украшать резинку. Я буду использовать покупные бумажные листья. Думаю, вы их найдете в любых творческих магазинах. А также буду использовать резинку. Клей секунда я наношу немного на резинку и приклеиваю сначала листья. Когда листочки приклеены, я наношу тоже клей и приклеиваю уже бутончики. С такими цветами можно экспериментировать, сделать их больше, меньше, сделать их очень много и дополнить повязку, заколку или какие-то сделать другие украшения. А если у вас есть дочка, то я думаю, она будет рада таким маленьким подаркам, которые вы сделали своими руками.
Чтобы заполнить пустоту, я буду использовать золотистые бусины, но это не обязательно. Между цветами я наношу клей и приклеиваю осторожно все бусинки. И заколка уже почти готова, а если это видео вам понравилось и было полезным, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться на мой канал, здесь выходят интересные творческие видео. До новых встреч, всем пока-пока, увидимся в новых видео.